неугомонный Тимур Бекмамбетов взялся за фильм «Катастрофу». Вместе с Евгением Мироновым наш соотечественник начал съемки фильма «Время первых», который расскажет о первом выходе человека в открытый космос. Отметим, фильм будет полностью снят на стереокамеры и выйдет в формате 3D. Кстати, задействованные в работе над картиной и специалисты, подарившие миру такие трехмерные шедевры, как «Новый Человек-паук» и «Планета обезьян. Революция». Главные роли фильма сыграют вышеупомянутый Миронов и любимчик Бекмамбетова Константин Хабенский.